На решение проблем ульяновцев. Дополнительные доходы бюджета 2021 пойдут на решение социально значимых вопросов. Решение приняли правительство и депутатский корпус областного парламента. Договоренности закрепили документом, где написан план работы по решению задачи и наказов избирателей. Все пожелания и все проекты, которые хотелось бы реализовать, не вошли в первоначальный проект областного бюджета. Но мы понимаем, что мы будем работать над дополнительной доходной частью бюджета нашего региона, будем проводить процедуру торгов, что даст тоже определенную экономию. И уже на данном этапе мы достигаем определенных договоренностей с депутатским корпусом о том, какие первоочередные расходы должны дополнительно войти в проект бюджета и в дальнейшее изменение закона. Среди направлений, которые будут получать финансирование – здравоохранение, дорожное строительство, соцподдержка, развитие инженерной инфраструктуры и спорта. В документе, подписанной фракцией «Единая Россия», значится несколько блоков. Это областные полномочия, наказы избирателей по районам и отдельно по Ульяновску и Димитровграду. Суммарный объем соглашения оценивается в 8,5 миллиардов рублей. В сфере здравоохранения, в части исполнения наказов и обращения внимания к отрасли здравоохранения, безусловно, особое внимание. Соглашение подписали и депутаты фракции ЛДПР. В документе отразят вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, переселения детей-сирот и газоснабжения сел. В итоговом соглашении будет отражено приобретение маммографов на Ульяновскую районную больницу, а также оборудование в Сурскую районную больницу. Вопросы водоснабжения, основанные на обращении граждан, поступивших в наши приемные, тоже занимают очень важное место. В своих обращениях жители поднимают проблему обеспечения качественной питьевой водой. Таким образом, правительство и законодательное собрание сотрудничают уже несколько лет. Анна Тищенко, новости Ол Правда ТВ.